темный мрачный коридор. Я на цыпочках ходу пробираю в чудеса, чтобы не вспугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной теряет мне. На моей дни, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня ты не пытайся скрыть. В час ночной теряют мне любимая облик твой. Чих, невольница, ты иди, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда не поверить не смогла в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе. И ты попала к настоящему колдуну, он погубил таких, как ты, не одну. Словно кукла и в час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит, как страшный сон.